Друзья, добрый день. Сегодня 1 февраля. Вот и начался следующий месяц календарный. Сегодня не так холодно, но ветерок. Вот. Сегодня уже четверг. Будем выполнять бетонирование, свай. Другая работа. Всем хорошего дня и настроения. Друзья, были в такой рабочей обстановке, в кабинете. Хотелось бы всех поздравить именно с началом февраля. Остается месяц, полтора месяца до начала выборов. Вчера в средствах массовой информации прозвучало, что 4 кандидата в президенты из 16, которые подавались, зарегистрировались. Вот. Смотрю, огромное помещение, кандидат в президенты от нашей, так сказать, не партии, а самого движения арендует для того, чтобы собрать своих сторонников. Я так понимаю, что в бюджете кандидата в президенты, наверное, мы увидим, какие расходы понесет за организацию встреч не только с избирателями, но и со своими помощниками по всей стране наш президент Владимир Владимирович Путин. А то, судя по предыдущим декларациям, у него очень скромный доход, в сотни раз меньше, чем у его подчиненных, поэтому посмотрим, как в этот раз все будет происходить. Ну и другие кандидаты там где-то что-то урезками по полсекунды показывают. Ну, я так думаю, что все мы понимаем, кто победит. Ну, пусть будет победа такая, какая есть. Вот. Надеюсь, вы тоже знаете, за кого голосовать, и вас не нужно убеждать в том, что будущего нет. Продолжение, если это продолжение, не будет наш действующий президент. Вот. Всем хорошего настроения, рабочего, такого позитивного. Вот. Осталось немножко, и снова будут выходные. Мы продолжаем работать.